В Баку проходит 15-я международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro и 27-я международная выставка пищевой промышленности Interfood Azerbaijan. Проводятся B2B-встречи, панельные дискуссии на разные темы, а также ряд других мероприятий. Главная цель – ознакомить местных фермеров с инновациями в агропромышленной области, заявил министр сельскохозяйства Азербайджана Инам Керимов. Он также рассказал о подготовке молодых специалистов для развития аграрной сферы. 50 студентов из Азербайджана отправятся в Израиль в сентябре 2022 года для получения опыта. В этом году мы наблюдаем особый интерес к выставке. По сравнению с предыдущими годами, эта выставка самая масштабная. Успех проведения мероприятия говорит о развитии агросферы в Азербайджане. Есть хорошие перспективы. Оказывается, необходимая государственная поддержка. Свою продукцию здесь представили и порядка 100 местных компаний. Участвуют местные фермеры, прибывшие из разных регионов страны. Все они могут ознакомиться с новшествами агропромышленности комплекса. Речь идет в том числе о новой технике. Агрономы будут иметь возможность наладить сотрудничество друг с другом, а также компаниями из-за рубежа. Участие в выставке принимают около 450 компаний из 24 стран мира. Особый интерес к мероприятию проявили американские компании. По словам посла США в Азербайджане, стороны намерены развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Я рад представлять США на международной сельскохозяйственной выставке. В мероприятии участвует множество американских компаний, чем мы очень довольны. Они сотрудничают с Азербайджаном уже долгие годы и вносят свой вклад в увеличение количества и улучшение качества сельхозпродукции страны. США регулярно демонстрируют передовые технологии во всех сферах, в том числе агропромышленной. Эта техника активно используется в Азербайджане, что положительно влияет на развитие данной сферы. In the agricultural sector.